Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Максим Гончаров, врач-психотерапевт и директор Центра позитивной психотерапии. Огромное количество писем, вопросов и ваших рекомендаций мы ежедневно обрабатываем для того, чтобы сделать наши проекты еще более интересными и содержательными. Психотерапия становится все популярнее. Психологическую информацию все легче достать. Интернет – один из лучших в этом смысле ресурсов. Вместе с тем нужно быть очень осторожным. Не все советы одинаково полезны. Мы пытаемся сделать психотерапию не только доступной, но и повысить вашу психологическую компетентность, вашу способность разбираться в своем внутреннем мире и в процессах повседневной жизни. Поэтому хочу представить вам очередной наш новейший проект, который так и называется «Психотерапия повседневной жизни». Мы проанализировали всю работу, которую проделали до этого момента, а это уже много-много лет. Довольно большая часть нашей работы с любым человеком, практически с любой проблемой, по большому счету сводится к одним и тем же простым рекомендациям. Мы обобщили весь этот опыт, упростили его до нельзя, собрали в кучу и приготовили для вас несколько уникальных, интересных, на мой взгляд, лекций. Мы выбрали самые востребованные темы, самые насущные, которых вы чаще всего нас спрашиваете, и объединили в один видеопроект. Уже прямо сейчас можно легко приобрести все эти 5 видеолекций по ссылке, которую вы видите внизу. Надеюсь, наш проект будет вам интересен, полезен и поможет вам наслаждаться жизнью. Будьте счастливы!